Каждый раз, глядя на восходящее солнце, человек надеется по-особенному. Я имею в виду любого человека, даже того, для кого этот рассвет несет с собой смерть. Например, приговоренного. Я не боюсь смерти. И мне кажется, что в сущности ни один из смертных не должен бояться этого естественного предела человеческого существования. Существование, но не жизни. Ведь жизнь не заканчивается со смертью, а продолжается в наших детях, в человечестве, которым мы оставляем свои мысли и дела. Смерть человека не страшна, пока человечество имеет надежду на будущее. Вот эта надежда на будущее человечества, по-видимому, и открывается каждому в момент восхода солнца. Ведь солнце встает для всех, и именно в этот момент можно как никогда почувствовать себя частью этого всеобщего бытия, открывающегося каждому из нас как надежда. А что, если у человечества не станет надежды? У нас осталось не так много времени, всего 3-4 поколения до точки невозврата, когда гибель цивилизации уже невозможно будет предотвратить. Давным-давно меня поразил один эксперимент. Две лягушки бросали две емкости с водой, стоящих на огне. В одной из емкостей вода была очень горячей, почти кипела. И попадавшая в нее лягушка моментально выпрыгала из нее, отделываясь легким испугом. Во второй емкости холодная вода постепенно нагревалась. Лягушка испытывала дискомфорт в одном месте и переходила на другое, затем третье, четвертое место в кастрюле и так далее до тех пор, пока не сваривалась заживо. Наша цивилизация напоминает именно эту лягушку. Нам становится дискомфортно в одном месте, мы переходим в другое. Если нельзя загрязнять атмосферу тут, мы будем делать это где-то еще, в другом месте или даже в другой стране. Вместо одного источника загрязнения перейдем на другой. Например, вместо тепловой электростанции построим атомную. Большему злу предпочтем меньше и так далее. Возможны только два исхода развития технократической цивилизации. Ее гибель от отходов индустриальных технологий или отделение техносферы от биосферы, вынос земной индустрии в космос. То, как мы можем погибнуть, я испытал на себе, когда мою родную деревню под Гомелем после самой крупной в истории человечества техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС накрыло облаком радиоактивных осадков. А это всего лишь одна электростанция. Маленький индустриальный винтик по добыче самого безопасного вида энергии – электричества. Человек создал технику, и она стала слишком сильной для того, чтобы он мог ее контролировать. Чернобыль – это яркий пример, урок, из которого мы так ничего и не вынесли. Сегодня много говорят о загрязнении окружающей среды, глобальном потеплении и тому подобном. Принимают меры в виде квот на выброс тех или иных веществ в тех или иных регионах. Ничего не напоминает? Лягушка в кастрюле с еще не смертельно горячей водой? Все это полумеры. Мы ничего не достигнем, просто сократив количество выбрасываемых в атмосферу вредных веществ. Так можно только отложить гибель, но не избежать ее. Единственный вариант спасения для человечества – вынос вредного производства на околоземную орбиту, в ближний космос. Об этом говорил еще Циолковский. Я познакомился с его трудами в детстве. И понимаешь, вот так можно потерять вот всю планету. Ну, все потерять. Потому что это сделала цивилизация, вот эту вот, трагедию. И сделала самую безопасную энергию электрическую. Потому что атомная электростанция Чернобыльская – это электростанция. Она вырабатывает самую безопасную и самую чистую электрическую энергию. Но мы видим, что это не так. Никакая она не безопасна, никакая она не чистая. Ну что, я здесь гулял, вот в школу ходил, вот там в школу. Это мой класс.
Вот здесь я сидел, вот здесь, в 6-м классе. И нас учили, многому учили, и хорошо учили. Я получил прекрасное образование вот в сельской школе, глухой, среди болот. А там классы химии и физики должны быть. Нет силы более могучей, чем знания. Человек, вооруженный знанием, непобедим. Горький. Юный физик, орган физического кружка. Были кружки, хорошие кружки, я тоже ходил в кружки. Увлекался моделированием. Потом все ракетные моделирования. Я первые ракеты строил здесь. Где-то во 2-м классе начинал строить их. И это просто сельская школа. А знания давали хорошие, неплохие знания. Я с благодарностью это вспоминаю. Мысль о возможности выноса индустрии в космос захватила меня целиком и полностью. Надо сказать, что она тогда пришлась как нельзя ко времени. Тогда космос был в моде. Еще бы. Мы же были впереди планеты всей, опередили американцев. Но вместе с тем мне очень скоро стало ясно. Ракета не то, что могло бы позволить человеку не только покорить космос, но и даже просто освоить его в индустриальных целях. Возможности использования ракеты очень ограничены. При этом ракеты экологически опасны и очень дороги. Каждый их запуск может стоить сотни миллионов долларов. Стоимость доставки 1 тонны груза на орбиту высотой 300 километров сегодня превышает 10 миллионов долларов. Для освоения космоса эта стоимость должна быть не более 1000 долларов за тонну, то есть десятки тысяч раз дешевле. Одна тяжелая ракета делает дыру в озонном слое размером с Францию. Сотни запусков ракет-носителей в год, а это всего несколько сотен тонн груза в год, полностью уничтожит озонный слой планеты. Это возможности традиционного космического транспортного средства под названием ракета. На Земле с такой транспортной работой перемещение на расстояние 300 км нескольких сотен тонн груза в год справится одна телега с парой крепких лошадей. Это и есть земной аналог космического транспорта, созданного земной цивилизацией. Правда, стоимостью несколько больше. Более триллиона долларов. Именно столько затрачено на космическую гонку за последние 70 лет. Очевидно, что одна земная телега не справится с транспортными задачами, стоящими на планете перед более чем 7 миллиардами землян. Как очевидно и то, что подобный транспорт не справится с созданием космической индустрии, обслуживающей все человечество. Решение, которое я предложил, является единственно возможным – не ракетное освоение космоса. Оно основано на законах физики и в сущности очень просто. Мы можем выводить на орбиту большое количество грузов. За один рейс миллионы тонн и миллионы пассажиров, используя центробежную силу. Для этого по экватору нужно построить кольцо, которое и будет являться общепланетным транспортным средством. Внутри кольца по специальному вакуумному каналу на магнитном подвесе будет двигаться маховик, разгоняемый линейным электродвигателем по принципу поезда на магнитной подушке. За счет чего кольцо, увеличиваясь в диаметре, станет плавно подниматься над Землей, пока не достигнет нужной высоты и орбитальной скорости 8 км в секунду.
Таким образом, мы сможем вывести на околоземную орбиту неограниченное количество грузов. Получим возможность использовать неисчерпаемые ресурсы космоса – сырьевые, энергетические, пространственные – и избавим Землю от непосильной ноши технологической эксплуатации. Благодаря новым космическим технологическим ресурсам, отсутствующим на Земле, невесомости, глубокому вакууму, перед будущей космической индустрией откроется колоссальная возможность. Сейчас кажется даже немного наивным. Тогда я думал, что стоит мне рассказать людям о моем изобретении, и они обязательно поймут всю его важность. Я был уверен, что меня услышат. Услышали. Назвали сумасшедшим, параноиком, фантазером. И это тоже было своего рода признанием. Когда-то также смотрели на строившего ковчег Ноя, воспринимали идеи Коперника, Бруно, и даже о самолете, сегодня ставшем частью повседневной реальности, скептики говорили, что предмет тяжелее воздуха не может летать. А другие специалисты утверждали, что космические полеты невозможны, так как в вакууме реактивной струе будет не от чего отталкиваться. Впрочем, было и другое признание, настоящее. Более 100 патентов и авторских свидетельств на изобретение, публикации в научных журналах и объемно научная монография. В некотором смысле я благодарен тем, кто критиковал меня. Они побудили меня отставить идею, развивать и совершенствовать ее. Так, собственно, и зародился концепт струнного транспорта, который отпочковался от эстакады общепланетного транспортного средства. Основной недостаток изначальной идеи безракетного освоения космоса связан с необходимостью строительства эстакады, которая должна опоясать по экватору весь земной шар. Если эстакаду строить в традиционном исполнении, то для этого потребовалось бы неимоверное количество строительных материалов. Однако расходы можно сократить на порядок, если сделать структуру эстакады предварительно напряженной, струнной. Струнные канаты примут на себя значительную часть нагрузки, за счет чего несущие конструкции могут быть гораздо более легкими и, соответственно, менее материалоемкими. Кроме того, такая конструкция оказывается еще и более прочной, устойчивой к внешним воздействиям и дешевой. В сравнении с обычной эстакадой, она сама по себе является, безусловно, выигрышной, а потому может заменить ее не только в рамках концепции неракетного освоения космоса, но и в повседневной жизни, в строительстве земных дорог и мостов. Словно сама идея двигала мной, подсказывая средства к своему осуществлению, требующему огромных финансовых затрат, на которые не готово пойти ни одно государство. В какой-то момент я понял, что изобретенная мною струнная система призвана стать своего рода взлетно-посадочной полосой для общепланетного транспортного средства сразу в двух отношениях. Она должна обеспечить техническое осуществление проекта и, что не менее важно, дать этому проекту финансирование. Из всего, что связано с изобретенным мною космическим транспортным средством, эстакада является самым земным и понятным элементом, потенциально востребованным рынком. Его можно и нужно капитализировать. Это должно стать первым шагом к спасению планеты. Я попробую объяснить. При скоростном движении 90% энергии уходит в аэродинамику. Трудности связаны с наличием эффекта экрана. Когда транспортное средство движется близко к экрану, идет несимметричное обтекание воздушным потоком, идет динамическое нагнетание воздуха по транспортному средству. Экранный эффект как минимум 2,5 раза ухудшает аэродинамические характеристики. При подъеме транспортного средства на размер транспортного средства над землей аэродинамическое сопление уменьшается 2,5 раза. Надо не только поднять над землей, надо убрать экран, сделать не сплошное полотно, а два узких струнных рельса. Обычная эстакада со сплошным полотном и эстакада струнная – это эстакада. Она проектируется по одним и тем же нормативам. Но при той же нагрузке, при той же несущей способности, наша струнная эстакада будет минимум 20-30 раз дешевле. Вместо сплошного полотна два узких рельса. Ясно, что материал надо 10-20 раз меньше. Балочная конструкция, она разрезная, несущая способность балочной эстакады где-то в 5 раз ниже, чем такой же эстакады, которая является неразрезной, без температурных швов. Поэтому
на порядок мы можем снизить расход материала и стоимость за счет того, что мы убрали сплошное полотно, стали два узких рельса. И в пятый раз мы можем улучшить ровность пути, потому что конструкция не разрезная и предварительно напряженная. Оставалось решить проблему преодоления сопротивления качению колеса, на которое расходится порядка 10% энергии при высокоскоростном движении, так как 90% энергии уходит на аэродинамику. И колесо у нас другое, не железнодорожное, потому что у него тоже достаточно большое сопротивление качению колеса, потому что коническое колесо опирается на цилиндрическую головку рельса. А у нас цилиндрическое колесо опирается на плоскую головку рельса. Поэтому по сравнению с железнодорогой мы улучшили характеристики колеса в два раза. И поэтому нам нужна в два раза меньшая мощность для преодоления сопротивления качению колес. Потери здесь на порядок, а при высоких скоростях и на два порядка меньше, чем у системы пневматическая шина асфальтобетонное полотно. Так был создан концепт оптимальной надземной транспортной системы, названной позднее SkyWay, небесная дорога. Это другая эстакада. Она предварительно напряженная, неразрезная и статически неопределимая. Второе. У нас по эстакаде движется рельс автомобиль, который назван юнибусом, который имеет исключительно хорошую аэродинамику, обводы исключительно хорошие, имеет противосходную систему и индивидуальную систему управления, безопасности, энергообеспечения и связи. И третье, у нас инфраструктура второго уровня, она другая. Она не на поверхности земли, она поднята над землей. И поэтому вся инфраструктура другая. Эта система, конечно, не решит глобальных проблем, но позволит выиграть время, сэкономив за 100 лет триллионы тонн топлива и предотвратив выброс в атмосферу триллионов тонн вредных веществ. Время – самый главный ресурс, и его у человечества становится все меньше. Я уже говорил, что современные экологические движения с их программами способны только отложить гибель цивилизации. Все они похожи на детскую игру, где время движется только в очерченных правилами пределах. Но настоящее время выше любых правил, оно само правило. За тем, что мы выиграем время, должен следовать самый важный шаг. Должно быть решение, и я знаю его. Я знаю, как выиграть время для реализации предложенной мною программы. Струнный транспорт, предлагаемый мною в качестве первого шага, это не только самый эффективный транспорт, но и самый безопасный и самый экологически чистый. Это становится особенно очевидным, если использовать масштабный фактор. В частности, если по технологии SkyWay в ближайшие десятилетия будет построена альтернативная мировая транспортная инфраструктурная сеть Transnet, то это спасет до конца века около 100 миллионов человеческих жизней, которые в противном случае погибнут в транспортных катастрофах. В первую очередь на автомобильных дорогах. А около миллиарда человек не станут инвалидами и калеками. Землепользователям будет возвращено более 5 территорий Великобритании. И настолько по площади почв сегодня закатан в асфальт и похоронен под шпалом. В 10 раз больше территория почв будет спасена от экологической деградации. Будут сэкономлены сотни миллиардов тонн топлива стоимостью в сотни триллионов долларов. При этом в двигателях автомобилей, тепловозов и самолетов не будут сожжены триллионы тонн атмосферного кислорода, так необходимого всем нам для дыхания. Мы сможем дышать дольше. Мы выиграем время. Мы выиграем еще один рассвет и еще одну надежду. Боже, дай мне времени завершить начатое. Дай мне времени сделать все, что в силах моих для реализации задуманного. Для всех людей, объединенных этим рассветом и этой особенной надеждой, таящейся в нем. С этой мыслью я начинаю свой день вот уже почти 40 лет. Все это время
что было отдано воплощению идеи эстонного транспорта и неракетного освоения космоса. Я знаю, что я не один, и это дает мне уверенности в правильности избранного пути. Жизнь человека есть только в жизни человечества, возможности будущего для наших детей, внуков, правнуков. Со мной те, кто понимает это, и нас становится все больше. Моя семья, мои друзья, инженеры-конструкторы, люди, поддерживающие проект струнного транспорта своими инвестициями, своим стремлением сделать все от них зависящее для того, чтобы не дать погибнуть нашей цивилизации. Сегодня мы вместе строим экотехнопарк, центр международной экспертизы и сертификации струнного транспорта, откуда это инновационное решение будет выведено на мировой рынок и сможет внести свой вклад в будущее. Вместе мы строим будущее, лучшее, чем то, которое ожидает нас, если ничего не делать прямо сейчас, пока еще есть время. Я убежден, что как только мы достроим тестовые участки и сможем сертифицировать струнный транспорт, он будет востребован по всему миру. Ведь не может не быть востребованным самый эффективный, дешевый, экологически чистый и безопасный транспорт из всех, что только есть сегодня в мире. И хотя богатство не является для нас самоцелью, но мы разбогатеем, продавая созданную нами технологию. Лично заработанные деньги я инвестирую в разработку космической программы SpaceWay. Эту программу сегодня никто не готов финансировать. Ни Россия с ее Роскосмосом, ни Соединенные Штаты Америки с их НАСА, ни Организация Объединенных Наций. А ведь только научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по этой программе потребуют порядка 100 миллиардов долларов вложений. Реализация программы SpaceWay «Космический путь», затраты на которую оцениваются более чем триллион долларов, обеспечит переход земной цивилизации на новую ступень развития. Она станет космической цивилизацией, у которой индустрия будет вынесена за пределы ее дома, биосферы планеты Земля. У нашей цивилизации, а значит и у наших внуков и правнуков, появятся безграничные возможности для дальнейшего технологического развития без конфликтов между земной биосферой, созданной Богом, и индустриальной техносферой, созданной человеком разумным. Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Рад вас приветствовать на вечернем вебинаре. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Сходоев Алексей. И сегодня с Сергеем Анатольевичем мы проведем традиционный вечерний технико-экономический вебинар. Вначале это будет вводный вебинар, затем это будет уже расширенный технико-экономический вебинар. Для понимания, каким образом проводить вводный вебинар, пожалуйста, ответьте на опросник. Это позволит сформировать видение, сколько у нас присутствует новичков. Вводные технико-экономические вебинары ориентированы в первую очередь для новичков. И мы всегда агитируем Сергея Анатольевича, призываем максимально приглашать сюда новичков, потому что это значительно облегчит вам задачу, вашу работу по привлечению инвестиций, ваше хобби. Я называю это таким и хобби, и работой, стилем жизни, я бы сказал, стилем жизни в SkyWay, по продвижению технологии SkyWay. И, соответственно, нас поддерживают более 300 тысяч людей по всему миру. И это количество растет в геометрической прогрессии каждый день, буквально каждый день, потому что мы развиваемся посредством сетевого построения корпорации, и это тот способ, который Анатолий Эдуардович абсолютно верно выбрал и не побоялся выбрать после испытаний, которые пережила именно вот технология SkyWay и вообще вся команда по струнному транспорту, лично Анатолий Эдуардович, Сергей Анатольевич Сибиряков, Виктор Бабурин и другие действующие лица, те, кто развивает технологию SkyWay
намного больше, чем все люди, которые принимают участие с 2013 года, с 2014 года, уже в плане народного финансирования. Но мы не будем задерживаться непосредственно на опроснике. Поставьте, пожалуйста, 1 или 0 те, кто присутствуете первый раз, и, соответственно, те, кто не проголосовал, для того, чтобы я видел. И я думаю, что мы узнаем точную цифру, сколько присутствует новичков по проценту перехода, соответственно, с одного вебинара на другой, с вводного на расширенный технико-экономический, потому что процент перехода, и это одна из мотиваций, одно из таких вот преимуществ приглашения на технико-экономические вебинары, потому что в основном люди переходят все, то есть 90-95% переходят с вводного технико-экономического вебинара на расширенный технико-экономический вебинар. Причина этому абсолютно ясна, проста, потому что технология Skyway действительно необходима более чем 99% населения Земли. А если вы скажете, что человек может инвестировать еще на ранней стадии в технологию Skyway до закрытия возможности финансирования корневой компании, то человек вообще вас отблагодарит и будет эту благодарность помнить всю жизнь, когда он уже в ближайшей возможной перспективе теоретически начнет получать дивиденды. Почему я говорю такие слова? Теоретически, потенциально, возможно, на самом деле неспроста, потому что проект у нас венчурный, есть определенные риски, они сейчас максимально снижаются, и я могу сказать, что сейчас вообще мы находимся на таком этапе, что не приглашать, не оповещать о нашем проекте уже и невозможно. То есть те люди, которые раньше зарегистрировались и находились в спящем состоянии, сейчас просыпаются, активно развивают проект Skyway, потому что основное правило банкира – защищать свои инвестиции. Каким образом мы можем защитить инвестиции? Так как технологических рисков у проекта никаких нет, есть единственный риск – недофинансирования. Сейчас я могу сказать, что за прошлые месяцы мы вышли на достаточно серьезные уровни, рекордные объемы привлечения инвестиций, если говорить за счет всех инвестпроводящих систем. Наш проект достаточно ровно дышит, и, соответственно, уже сейчас можно говорить, что осенью произойдет демонстрация и далее сертификация технологии Skyway. И что такое Skyway? Все новички, естественно, задают такой вопрос. Почему называется струнная технология Анатолия Эдуардовича Юницкого? На самом деле, дорогие коллеги, это будущая мировая транспортная, энергетическая, коммуникационная и даже социальная сеть. То есть это сеть Transnet, которая основана на струнных технологиях, в то время как виртуальная сеть интернет, соответственно, была основана на кремниевых технологиях. И сейчас технологии, хай-тек технологии, то есть вот, собственно, два поколения, один кнопочный телефон и смартфон. Соответственно, смартфоны появились у нас не так давно, менее 10 лет назад. И за это время крупнейшие компании, как Apple, как Google, сумели приобрести достаточно серьезную капитализацию. Более того, это влияло также на мировой ВВП. Это формировало определенные, в том числе, кризисные явления. И я могу сказать, что сегодня мы находимся на грани, на стыке перехода в новый технологический уклад. И, дамы и господа, как раз таки технология Skyway, на наш взгляд, будет основой нового шестого технологического уклада, в то время как интернет был основой пятого технологического уклада. Вообще вот в ценность Skyway для рядового гражданина любой страны, и в чем основная ценность будет использование технологии Skyway. Дорогие коллеги, друзья, это будет абсолютно мгновенное фактически перемещение. Я не имею в виду телепортацию, я имею в виду перемещение без пробок, перемещение без каких-либо сложных пересадок, без каких-либо простоев, потери времени и так далее в очередях, таможенных пунктах и так далее. Грани действительно будут стираться, на наш взгляд, между континентами, между странами, потому что один из слоганов, который родился
абсолютно произвольно у нас с Сергеем Анатольевичем Сибиряковым. Это мы объединяем мир. Объединять мир – это наша работа. И сеть Transnet, технология Skyway действительно призваны и объединят этот мир именно путем создания сети, паутины мировой транспортной, энергетической и коммуникационной. И Skyway – это действительно то недостающее звено будущей мировой логистики и тот недостающий пазл, чтобы сложилась полная мозаика абсолютно эффективного перемещения транспорта, пассажира, грузов по всему миру. Мы все знаем про шелковый путь и то, что шелковый путь, соответственно, можно провести аналогию, что имеет отношение, к примеру, напрямую шелковая нить, то есть тончайшая нить, которую шелкопряд плетет, и это прочнейшее соединение. Это также предварительно напряженная, растянутая конструкция, можно сказать. И если говорить про сравнение, которое чеченские коллеги недавно привели, это не изречение Анатолия Эдуардовича Ницкого, не изречение Сергея Анатольевича, не кого-либо другого, это уже наши партнеры провели такую аналогию, что струна как раз-таки такая же тонкая, прочная, как шел, но уже в другом применении, то есть именно в применении стальной проволоки, будет основой нового шелкового пути. И мы абсолютно с этим согласны, это абсолютно логично и закономерно, но, дамы и господа, технология Skyway и струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Юницкого начался задолго, чем 10 лет, чем даже 20 лет, менее чем за 37 лет, то есть уже фактически к 40 годам приближается именно срок создания, продвижения технологии Skyway, струнной технологии. Все начиналось как раз-таки с презентации Анатолия Эдуардовича Юницкого еще в 88 году на международной конференции по неракетной индустриализации космоса, по неракетному освоению космоса, способа, каким образом вывести промышленность в открытый космос. И я могу сказать, что этот способ, сбросьте, пожалуйста, ссылку в «Небо на колесе» фильма, и после этого вебинара также мы чуть-чуть задержимся, включим замечательный фильм. Я считаю, это одно из лучших произведений вообще популяризации технологии Skyway. Это фильм «Небесные дороги» Юницкого. Фильм про аналогию, про историю развития Skyway, про то, каким образом Анатолий Эдуардович Юницкий пришел к Skyway. И как раз-таки, так как время еще не пришло, именно общепланетарные транспортные системы, и можно сказать, что эта идея вообще на много веков, я бы сказал, обгоняла время, тогда еще даже не появился интернет, и, соответственно, Анатолий Эдуардович Юницкий, абсолютно будучи разумным, логически мыслящим человеком, предпринял шаг развития из более 70 различных своих изобретений, патентов, которые имеют общую капитализацию еще в СССР миллионы рублей. И, естественно, Анатолий Эдуардович Юницкий не получал все средства от заработка по своим изобретениям. Естественно, кто-то подписывался под авторством его изобретений, но такое было время. И на самом деле тогда невозможно было сделать фактически вот эту систему струнного транспорта. И даже сейчас это кажется фантастически. То есть чуть попозже я сброшу обязательно картинку, чтобы все имели представление. Но как раз таки в фильме «Небесные дороги» Юницкого вы сможете увидеть вот эту общепланетарную транспортную систему, которая меня лично поразила, и я увидел фильм «Небо на колесе» буквально через 3 месяца участия в проекте, и могу сказать, что наше участие в проекте развития на сегодняшний день струнного транспорта Анатолия Эдуардовича Юницкого
Это только первый этап, и когда планета будет, соответственно, покрыта сотнями миллионов километров дорог и нетрадиционных дорог, которые под собой погребают, скажем, огромные площади живой земли, территорию, равную 5 Великобританиям, европейским странам, и, соответственно, абсолютно экономичное использование, экологичное использование земли будет основой принципа технологии Skyway. И я могу сказать, что вот эта технология, общепланетарная транспортная система, нужно каждому понимать хотя бы чуть-чуть для себя, что это такое, потому что это высшая точка, куда стремится Анатолий Эдуардович Юницкий, и мы абсолютно уверены, что с помощью народного финансирования как раз-таки можно будет достигнуть эту высшую точку. Но вернемся с небес на землю, хотя вот то, что мы сейчас представляем вам, это следующий технологический уклад за 6-м технологическим укладом. Тщательно, когда мы знаем, каким будет новый технологический уклад. Но, дамы и господа, после презентации и именно рассказа о возможности вывода промышленности в открытый космос, вывода всей индустриальной технологии в открытый космос и снижения загрязнений нашей родной планеты Земля, Анатолий Эдуардович Юницкий, понимая невозможность реализации этого проекта, пришел к струнному транспорту. И после общения с многочисленными чиновниками, с многочисленными олигархами, был услышан именно проект Skyway губернатором Красноярского края Лебедем Александром Ивановичем. И этот замечательный человек, действительно очень мощный, волевой человек, профинансировал проект Skyway, и на деньги, на транши, которые были выделены буквально через 2 недели после общения с Сергеем Анатольевичем Сибиряковым, нужно отдать должное Сергею Анатольевичу Сибирякову, потому что он просто подсел в самолете, зная, что он летит непосредственно с Лебедем Александром Ивановичем, и рассказал о проекте Skyway. Представьте, буквально через 2 недели первый транш был выделен. Тогда еще Сергей Анатольевич не предполагал, что проект будет развиваться именно посредством народного финансирования. И я могу сказать, что как раз-таки в 2000-х годах был заложен нулевой километр сети Transnet, и это начало эпохи сети Transnet, потому что в городе Озеры Московской области были проведены испытания с 2001 по 2009 год. Соответственно, подвижная лаборатория, экспериментальная станция в виде ЗИЛа, ЗИЛ уходящее небо, мы его называем, взбирался, и, собственно, в YouTube вы можете найти многочисленные материалы, которые доказывают и свидетельствуют о том, что это действительно имело место быть, потому что это транслировали все центральные телеканалы. И, так скажем, на радостях, с уверенностью, что будут выстроены очереди при испытании путевой структуры, при испытании струнного транспорта, именно второго поколения струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого, была проведена презентация одним из губернаторов, господином Морозовым, на Госсовете России по инновациям в транспорте. Но через неделю по неизвестным причинам, неизвестными людьми, полигон, и мы неспроста называем полигон, а не технопарк, был разрушен и вывезен в неизвестном направлении. Это было сделано с помощью спецтехники, с помощью газорезок, бензопил и специально обученных людей. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Если говорить про текущий этап, я могу сказать, что точка невозврата пройдена, и мы обязательно достигнем своей цели. Это верит, я думаю, каждый активный участник, который участвует в проекте Skyway. И в 2013 году произошло, о чем мечтали втайне действительно многие люди. Это быть в числе первых, в числе первой сотни, первых тысяч и даже первых 100 тысяч в числе инвесторов, совладельцев, в числе участников такой глобальной программы народного финансирования –
в такой широкомасштабный и действительно интернациональный проект, как технология Skyway. В 2013 году Анатолий Эдуардович предпринял этот рискованный шаг. Все началось уже в 2014 году с нескольких тульских бравых парней, которые продал машину, кто-то инвестировал первые сотни тысяч рублей, но люди не побоялись и поверили в проект. С этого момента можно начинать отсчет такого массового развития краудинвестинга. Потом последовал цикл конференций. Вебинары — это у нас вообще общепринятые, еженедельные. Если потребуется, с Сергеем Анатольевичем мы будем вести несколько раз в неделю, если на то будет складываться поток участников. И сегодня мы с вами, дорогие дамы и господа, можем действительно финансировать создание городского, пассажирского, грузового, высокоскоростного и, как точка входа, легкого прогулочного спортивно-экскурсионного транспорта. Городской пассажирский и легкий спортивный прогулочный транспорт будет продемонстрирован, соответственно, осенью 2016 года. И, дамы и господа, остались действительно считанные месяцы. То есть осталось не так много времени, когда весь мир будет лицезреть эту демонстрацию. Уже сейчас о нас пишут крупнейшие издания, как Story. Это журнал в переводе «История», это интернациональный международный журнал. И была опубликована очень серьезная, интересная статья. Сбросьте, пожалуйста, у кого есть под рукой. Очень занимательная и хорошо написанная аналитическое исследование, записка, статья достаточно серьезного журналиста. И самое примечательное, что это делается не по заказу, это делается от чистого сердца, так же, как Кирилл Шимко, допустим, представлял на экофестивале технологию Skyway, поддерживал технологию Skyway, даже тягал серьезную тяжелую технику, именно как испытание прочности струны, то есть на струне, соответственно, он тягал многотонное самоходное средство. И я могу сказать, что, дорогие друзья, не просто так люди поддерживают технологию Skyway, потому что технология Skyway для каждого человека имеет огромную ценность. Это будет дешевое, комфортное, безопасное перемещение из одной точки в другую. То есть из Москвы во Владивосток вы сможете доехать примерно за 13 часов. И, соответственно, даже меньше это можно преодолевать именно с повышением скоростей. То есть когда будет выше 500 км в час, у Анатолия Эдуардовича есть такие идеи. И на высокоскоростном транспорте 500-600 км в час это все не остановится, если на то будет спрос рынка. Но самое главное, дамы и господа, то, что перемещение будет дешевое. То есть по сравнению с перелетами, и я думаю, что все жители Дальнего Востока понимают, что сейчас они не имеют возможности перемещаться, не задумываясь по территории даже Российской Федерации, не говорю о вылетах за границу, потому что переезд и транспортировка самого себя любимого является очень дорогостоящим удовольствием. И если говорить про социальную направленность, то фактически Skyway будет доступен даже малоимущим, самым малоимущим слоям населения. Более того, если, допустим, будет перемещение на одном уровне, будет пассажиры будут перемещаться с минимальной стоимостью, об этом можно привести аналогию со Skype. Сейчас, когда мы пользуемся Skype, Viber, WhatsApp, и все эти приложения, все эти порождения пятого технологического уклада фактически бесплатные, мы платим только за услуги, непосредственно звонки на мобильный телефон, на стационарный телефон, то есть за какие-то дополнительные подписки. И по этой же аналогии будет работать струнный транспорт, именно система проезда. И, естественно, нельзя не отметить экологичность. То есть весь экономический потенциал, который несет в себе технология Skyway, это не то что триллионы долларов. Анатолий Эдуардович Юницкий оценил в тысячи триллионов долларов. И вы это четко поймете, просмотрев фильм. Мы после вводного вебинара обязательно включим и чуть-чуть задержимся на расширенном технико-экономическом
Это именно «Небесные дороги» Юницкого, замечательный фильм, рассказывающий о технологии Skyway. Я считаю, что этот фильм должен и будет переведен на все языки мира, чтобы каждый из желающих, живущих на планете Земля, смог узнать, что сейчас развивается проект Skyway, и сейчас к нему можно присоединиться до возможности закрытия финансирования корневую технологию. Каждый человек, соответственно, становится дольщиком, соинвестором и теоретически может иметь место быть и достаточно серьезный коэффициент и серьезный поток дивидендов, которые в зависимости от инвестиций человек будет получать. Но финансовая составляющая – это одно, технологичная составляющая – это совсем иное. И в первую очередь Анатолий Эдуардович Юницкий, как непосредственно инженер, изобретатель, и очень много изобретений, мы остановимся на вебинаре, я думаю, на изобретениях Анатолия Эдуардовича Юницкого, то есть он для советской промышленности сделал очень много. И институт, в котором он работал, в патентном праве и так далее, то есть патентное образование – это одно из образований высших Анатолия Эдуардовича Юницкого, был одним из лучших в Советском Союзе. Неспроста Анатолий Эдуардович получил звание не только доктора технических наук, сейчас, можно сказать, это доктор и архитектор транспортных наук, и действительно Леонардо да Винчи нашего времени. И, соответственно, только такой человек мог максимально улучшить коэффициент аэродинамического сопротивления и сделать его таким же, как у спортивных болидов, либо таких средних, не самых высокоскоростных, но достаточно серьезных также истребителей самолетов, спортивных и военных. Я не буду вас загружать, так скажем, цифрами коэффициента аэродинамического сопротивления. Все вы можете увидеть, и новая версия, кстати, вышла, 100 ответов на 100 вопросов. Это книжка, которую я рекомендую прочитать каждому, кто интересуется технической составляющей проекта. Но только вынося транспорт на высоту 5, 10, 15 метров над землей, коэффициент аэродинамического сопротивления улучшается сразу 2,5 раза. Коэффициент сопротивления трению качению колеса также максимально возможно эффективный по сравнению с существующими транспортными средствами, потому что колесо иного типа, то есть оно не коническое, оно совершенно другое, чем у железнодорожного состава, и это также инновация и ноу-хау. Соответственно, все это в совокупности позволяет значительно экономить топливо и всего лишь за четверть века несколько десятков миллиардов тонн позволит сэкономить миллион юнибусов, то есть это те транспортные средства второго уровня, которые заменят тот шквал на сегодняшний день автомобилей, которые, соответственно, ездят и загрязняют атмосферу, загрязняют современные мегаполисы. И во многих мегаполисах вводятся специальные такие вот светофорные отметки, например, в Китае. Недавно в Китае красная отметка была именно поднята, то, что самая наивысшая степень загрязнения, что касается Пекина и так далее. То есть это действительно болезнь мегаполисов, как раз таки Skyway является замечательной целью и лекарством для современных мегаполисов. Но и линейные города, соответственно, немножко опередил события, города будут другого типа, они будут линейные, то есть это будут не многоэтажные конструкции, то есть бетонные коробки, которые мы на сегодняшний день наблюдаем, независимо от их дизайна, это будут совершенно иные экологичные города, сколько будет струнная технология. Почему струна, спросите вы? На самом деле основное объяснение то, что струна – это предварительно напряженная, растянутая, закрепленная конструкция. Даже на гитаре, даже на балалайке струна также предварительно напряжена, растянута и закреплена. Соответственно, здесь принцип технологический заключается в том, что струнные проволоки, металлические проволоки, стальные проволоки диаметром от нескольких миллиметров, 1-2 миллиметра до 5 миллиметров –
также находятся в упорядоченном виде, закреплены специальным элементом крепления. Далее идет там наличивание специальным раствором бетона, и это действительно спецбетон, который был разработан буквально вот недавно по запросу именно для применения, для нужд, для прокачки на километры по струнному рельсу. И не только прокачать нужно, не только бетон должен быть вязок, но и он должен очень быстро схватываться. Соответственно, такую классификацию и тип бетона, это спецбетон, был создан и разработан недавно инженерами в ЗАО «Струнные технологии». И далее, соответственно, ставится инновационный рельс, и это также ноу-хау, которое позволяет достигать перемещения без каких-либо вибраций, без дискомфорта при перемещении, который мы испытываем при поездке на железнодорожном составе, когда возникает эффект рельсы, шпалы, шпалы, рельсы. И это будет абсолютно комфортное перемещение по гладкой поверхности, идеально ровной поверхности, без сварных швов, стыков, соединений. Чего не скажешь о современном железнодорожном, например, транспорте. И естественно, то, что значительная площадь, представьте, либо автомагистраль, автобан, и в принципе автомобиль, если одна полоса, он движется по одной траектории. То есть фактически то, что между автомобилем, по логике нужно было убрать. И в этой логике развивается как раз таки концепция струнного транспорта. То есть он перемещает по двум рельсам, либо если это подвесной транспорт, то соответственно по одному рельсу также в подвесном типе он может перемещаться. И, дамы и господа, это действительно инновация. Все это уже строится. Мои слова не имели бы никакой основы и никакого бы смысла, если бы уже это не развивалось. Я приведу несколько примеров, то, что было еще в марте. То есть вот воздвигался струнный забор, струнное интеллектуальное ограждение, которое, кстати, также имеет свой рынок. То есть это пограничные пункты, это аэропорты, это различные закрытые объекты. И, собственно, можно при желании огородить даже, если на то будет желание. И, может быть, как высокозащищенный охранный модуль и комплекс с перемещающимся маленьким юнибусом, то есть это именно вот подвижный модуль охранный, и может также быть дано напряжение на струны, если на то есть потребность. И посмотрите, насколько быстро идет строительство, то есть фактически строительство за полгода преобразилось, и мы действительно видим уже вырисовывающееся и уже фактически подходит к концу строительство станции, совмещенной с транспортическим узлом. И, соответственно, это также является анкерной опорой. То есть на станцию приходится вся нагрузка от будущего струнного рельса. Естественно, как бы распределяется нагрузка на промежуточные опоры, которые вы видите. 18 промежуточных опор установлено, крайняя изготовлена из стали, то есть она имеет нежелезобетонную конструкцию. И это неспроста, чтобы продемонстрировать, что в зависимости от требований, от пожеланий, от типа рельефа, местности, соответственно, будет совершенно иной материал. Я всегда сейчас решил приводить сравнение с тем, что было, и, соответственно, показывать именно темпы строительства. То есть вот станция опоры, то, что уже мы увидели на экофестивале и, соответственно, экотехнопарке. Я сам не был с октября, и действительно местность преобразилась. То есть выросли достаточно серьезные сооружения, появились опоры. Раньше их не видел, я их первый раз увидел вживую 23-24 апреля, как и более 1000 людей, которые посетили экофестиваль и экотехнопарк. Вы видите струнное интеллектуальное ограждение, и фактически вот это еще мартовская фотография. И, дамы и господа,
Вот то, что было в марте, и то, что уже мы видим в апреле, это говорит о том, что инвестиции действительно расходуются по назначению, и, соответственно, для того, сейчас параллельно будет запущен процесс строительства, и в рекордно быстрые сроки обещают построить легкую прогулочную спортивную экскурсионную трассу, которая будет находиться по другую сторону. Также будет уже заканчиваться строительство самой станции и начато и закончено строительство второй анкерной опоры, куда вот эти вот опоры, соответственно, будут приходить, и далее будет продлена на 15 километров для испытания уже высокоскоростного подвижного состава. И, дамы и господа, поэтому огромное количество людей поддерживает проект, потому что видна цель реализации, виден конкретный вектор развития, конкретные ключевые показатели, которые выполняются. Даже аудит был проведен недавно у ЗАО «Струнные технологии», и, соответственно, это является железобетонным аргументом при оповещении новичка, что существует такой проект Skyway, и что действительно можно сейчас видеть свое будущее, уже сегодня, в настоящем, и можем привести пример таких компаний-гигантов, как Apple, Google, Alibaba, Microsoft, Boeing, Coca-Cola и многие-многие другие. Но Skyway, на наш взгляд, будет иметь более серьезный потенциал, потому что уже еще до демонстрации сертификации технология поддержана экспертным советом при Министерстве транспорта Российской Федерации 11 февраля 2016 года технология была признана инновационной. 25 марта технология была на одном из заседаний рабочей группы признана уже перспективной. Еще ранее независимой консалтинговой компании, специализирующейся на серьезных инфраструктурных проектах как государственного масштаба, так и локального масштаба, австралийская компания MBM признала, опять же, технологию Skyway абсолютно эффективной. И ранее также соучредитель, президент Международной ассоциации Академии теории решения изобретательских задач Михаил Орлов также признал технологию эффективной. И количество людей постепенно и постоянно растет в геометрической прогрессии. Даже слово «постепенно» здесь не подходит, потому что все действительно не развивается, а летит. Абсолютно так же, как полетит юнилет по струнам, абсолютно так же, как будет, соответственно, стремительно и быстро развиваться сеть Transnet по всему миру. Мы позиционируем как именно ученики школы Юницкого, что это будет происходить быстрее, чем создавался и строился интернет. И если кому-то кажется сложным, допустим, или наоборот простым создание сети Transnet, то можем сказать, что интернет как раз-таки является одновременно и сложным изобретением, и простым. Почему простым? Потому что фактически это соединение посредством оптоволокна, посредством Wi-Fi, либо посредством передачи цифрового сигнала через кабель. Еще модемное было соединение, можем вспомнить. И, соответственно, это действительно просто связка между компьютерами. Это когда-то должно произойти, и сейчас настал момент, дамы и господа, чтобы обеспечить связку между континентами, между странами, между городами, между селами, между деревнями и создать единую мировую транспортную, энергетическую, коммуникационную, информационную и даже социальную сеть, которая позволит увеличить мировой ВВП, преодолеть надвигающийся достаточно серьезный мировой кризис и, соответственно, осчастливить тех людей, которые инвестируют на ранних стадиях. Мы позиционируем, что это продлится примерно до конца 2016 года, может быть, распространится на 2017 год, а может быть, дамы и господа, как раз-таки серьезные события произойдут уже на выставке в Берлине, которая пройдет в сентябре, и на крупнейшей транспортной выставке будет представлена технология Skyway на стенде
более 50 квадратных метров, и это приглашение было именно получено. Оно не было как-то проработано, просто пригласили инженера, разработчика, генерального директора, генерального конструктора Анатолия Эдуардовича Юницкого. Я думаю, что после этого события мы увидим и услышим очень много новостей, и уже на демонстрации технологии, которая ориентировочно пройдет в октябре, будет присутствовать достаточное количество мировой элиты, различных государственных деятелей, которые уже намереваются при проработке адресных проектов непосредственно инвест-проводящей системы посетить экотехнопарк, чтобы увидеть воочию демонстрацию и сертификацию. Ну, а я сейчас хотел бы передать слово тому человеку, который именно переломил ход истории развития Skyway, убедив Александра Ивановича Лебедя в финансировании технологии, и того человека, который был в прошлом достаточно серьезным и в первую очередь честным чиновником и сохранил многие связи. Сейчас эти связи идут на благо развития проекта Skyway. Ну а собственно об адресных проектах, о том, что развивается в этой сфере и что такое технологические уклады, что такое экономическая концепция именно по логике Skyway, расскажет Сергей Анатольевич Сибиряков. Вам слово. Так, друзья, сразу приношу сегодня свои извинения за нашего младшего брата, за интернет. Мы сегодня дневной вебинар вообще с Алексеем еле провели. Вот, он выбрасывал всех из комнаты, потом постоянно то звук пропадал, то изображение. Но, друзья, техника всегда дает сбой. Это надо понимать, что без сбойной или без такой конфликтной техники не бывает никогда. Рано или поздно, с какой-то долей вероятностью, она всегда есть. То есть есть доля сбоев и в авиации, то есть там всегда закладывается в теории надежности, то есть там просчитывается в автомобиле и так далее, и так далее. Поэтому, друзья, давайте относиться снисходительно к нашему младшему брату. Вот, я тоже пошел практически сразу в начале вебинара, потом меня выбросило из комнаты, и я вот только 5 назад смог, наверное, с 20-й попытки зайти в вебинар. То есть, ну, опять же, друзья, давайте к этому относиться с пониманием, потому что система только развивающаяся. Тоже, что сейчас подходить, что когда 200 человек из десятков стран, из десятков стран с разных континентов находятся одновременно в режиме видеоконференции, некоторое время назад это вообще представить было невозможно. Сейчас это уже реальность. Более того, мы сейчас еще и начинаем ворчать, что вот я сейчас еду в машине, у меня Viber не везде работает, WhatsApp пропадает, Skype тоже не везде уверенно как бы берет, хотя по магистралям сейчас более-менее 4G уже поставили, но тем не менее есть. Вот, поэтому представляете, друзья, какое-то время назад вы разговаривали, допустим, один ваш партнер находится, допустим, в Израиле, второй в Челябинске, третий, ну, как вот недавно мы проводили, в Майами. Я еду по Москве, по подмосковным лесам, и при этом мы несколько сетуем на то, что связь подводит, а особенно видеоизображение. Вот. Поэтому, друзья, давайте к этому относиться так, с пониманием. Поэтому, да, проблемы есть технические, давайте обладать терпением. Тем более, что система у нас отстроена, доведение информации довольно-таки качественно и, соответственно, даже если вы не смогли посмотреть или вы что-то не успели, или был сбой в технике, всегда есть возможность в чатах, на наших ресурсах получить записи и кого интересует, всегда посмотреть, сделать. Поэтому здесь, друзья, информации без, скажем так, общения с Skyway вы по средам не останетесь. Вот. Мы ввели сейчас такую форму, что, как вы уже, наверное, заметили, для новичков первый час выделяем, это в 12 часов утром для Сибири и Дальнего Востока и в 19 часов для европейской части. Потом мы переходим
Уже 20-часовой такой мы называем расширенный технико-экономический вебинар для того, чтобы каждый раз вы были в курсе, делиться основными новостями, делиться основными концептами, основными соображениями, то, что сейчас происходит, и чтобы всегда быть в курсе последних новостей и последних направлений, которые идут в Skyway. Для новичков, которые только зашли, для вас, конечно, сейчас очень много нового. Вот, причем этот вебинар, который мы сейчас проводим для новичков, он тоже имеет двоякую такую природу, что первое, это вот мы с Алексеем. Алексей вводную часть рассказывает о, собственно, рождении своего проекта, основных технических, насколько это можно в течение 5-10 минут рассказать о основных технических характеристиках, общей конве. Я в основном в такой завершающей части даю только основные понятия, с чем вы столкнулись, что вас ждет впереди, и, соответственно, чтобы вы принимали решение двигаться, не двигаться дальше в проекте. Естественно, друзья, что за там, 50, там, за час времени, что вы только соприкоснулись, невозможно оценить и прикоснуться сразу ко всей глубине. По созданию, на его логистику ушли десятилетия. Инженер Юницкий работает над этим уже более 40 лет. Соответственно, первые такие практические применения и испытания начались более 15 лет назад. И за это время проделана колоссальная работа. Сегодня вы присутствуете, вы включаетесь уже в завершающую стадию, когда подходит демонстрация, когда подходит уже практическое применение, уже возникают адресные проекты. И сейчас мы активно работаем над тем, чтобы уже создавать компании, которые применяют технологию, находим партнеров, которые уже сегодня востребованы с точки зрения Skyway. И эта работа вся движется, и все это вкладывается сейчас, как мы называем, в новый технологический уклад, который зарождается и входит на наших глазах. И те, кто чуть постарше поколением, то есть 45, и, ну, даже 40 лет и старше, то есть когда вы услышали первый раз слово «компьютер», первый раз слово «интернет», потом на наших глазах все это пришло к тому, что мы сейчас имеем, когда жизнь без получения информации уже невозможна. И здесь, друзья, вы просто по завершению... перезайдите или браузер поменяйте. Друзья, я сразу говорю, что интернет и Мирополис сегодня работает крайне отвратительно, поэтому относитесь к этому абсолютно с пониманием, абсолютно спокойно. И как бы все идет по плану, у нас во всяком случае пока все идет хорошо. Так вот, друзья, что основное сейчас, вот те основные два понятия, которые мы сейчас вводим, и особенно для тех, кто доносит информацию новичков, работает уже с более-менее крупными инвесторами, которые задают вопрос и говорят, чем отличается ваш проект от всего остального. Обычно задают монорельс там, или на магнитном подвесе. Это то, что у людей на слуху. Сейчас Hyperloop стараниями Илона Маска входит так на уже в такое повседневное общение. А здесь, друзья, самое главное понимать, что последние 25 лет ушло развитие пятого технологического уклада, ядром которого был интернет. Это все, что связано с получением, обработкой, передачей, использованием и хранением информации. И это век информации, которым мы работали, и все микроустройства, которые построены на, соответственно, интегральных микросхемах, в основе которых лежит именно свойство кремния. Вот. Все это привело к тому, что мы сегодня живем в век технологической революции. А что такое, друзья, вообще сама эта технологическая революция? Вот как ее выразить одним словом, одним предложением, что произошло? И я всегда привожу такой пример, что я в середине 80-х, когда учился в техническом вузе, в авиационном вузе, первая моя курсовая работа была «Транспорт будущего». И я, чтобы получить эту информацию, вынужден или должен был пойти в библиотеку, найти подписные журналы, выбрать из них статьи, заказать. Потом они мне приходили, дальше я их конспектировал, дальше составлял. И вот в 86-м году первый вывод, который я сделал с курсовой работы, о том, что транспорт, изучая, рассматривая, это будет там не самолет, не скоростной поезд, не магнитный подвес, а будет что-то новое. Естественно, ответа в тот момент я
не знал, но это была очень интересная такая работа, и она зародила во мне очень большой такой интерес ко всем, все, что связано с транспортом будущего. И ответ я на этот вопрос получил только в 2000 году, 16 апреля, почему я очень хорошо знаю эту дату, запомнил, и все, кто был на Экофесте, тоже, наверное, теперь принимают какое-то участие к дате, это день рождения инженера Юницкого, потому что в этот день мы с ним познакомились, он ко мне как чиновнику пришел, начал рассказывать о транспорте будущего, и, соответственно, мне хватило буквально 40 минут для того, чтобы понять той информации, которой не было, и у меня выложился весь ряд из того, что как дальше будет развиваться. Так вот, друзья, доведение информации, получение информации было ограничено, и интернет снял эти проблемы. То есть вы, не вставая со своего рабочего места, пользуясь интерфейсом, то есть гаджетом, то есть тем, что входим в сеть, это сегодня смартфон, это планшет, это ноутбук, это стационарный компьютер, то, с чем мы входим и получаем информацию, не выходя из дома. И сегодня объем информации настолько колоссальный, что мы таких цифр, допустим, просто самих нулей раньше просто не знали. Соответственно, сегодня каждые фактически сутки удваивается объем информации. То есть, с учетом цифровых фотографий, цифровых видео, которые сегодня передаются, объем информации в интернете сегодня растет колоссальными темпами. Так вот, друзья, мы уже привыкли к этому времени, мы уже пользуемся и смотрим на это абсолютно спокойно. А на вопрос детей, там, скажут: папа, а какой у тебя был интернет в детстве? Мы просто уже теряемся, что ответить, потому что казалось, что это было всегда. Так вот, интернет убрал границы между людьми, убрал границы общения. Мы сегодня из любой точки мира в любую точку можем позвонить с использованием видеосигнала. И что самое, друзья, поразительное, бесплатно, то есть не платя колоссальных сумм. А вы помните, что такое было, допустим, в 86-м году позвонить в Америку или даже позвонить в Париж и, соответственно, несколько минут, а уж не говоря десятков минут, поговорить по международной связи. Вы вспомните, какие были за это счета, вспомните, какая это была возможность. И не у всех. Сегодня мы пользуемся этой информацией все, соответственно, это достояние фактически каждого, и сегодня любой школьник, и любой даже, как я говорю, студент детского сада, даже не старшей группы, может позволить себе общаться с одногруппником или заниматься английским языком с преподавателем там, из другой страны. Вот. Это сегодня реальность. Так вот, друзья, то, что мы сегодня создаем, и то, что вы должны сегодня понять для себя, что мы создаем следующую реальность. Это транснет. То есть, когда вы можете перемещаться из любой точки в любую точку бесплатно. Мы сегодня на дневном вебинаре был вопрос с тем, что сколько будет стоить Владивосток-Москва. Переезды говорили там, Алексей в разговоре сначала сказал 5000 рублей, потом что 1000 рублей. Вот. А я задаю вопрос, а вы можете себе представить систему, которая будет делать проезд из Владивостока в Москву первым классом самолета, то есть индивидуальным купе со скоростями, близкими сегодня к самолету, и при этом бесплатно. Конечно, это сегодня кажется нереальной фантастикой. Я сразу говорю, друзья, шаг назад, сколько лет назад вам скайп или там, не говоря уже GPS, все системы, это Viber, WhatsApp, которым мы сегодня уже не представляем нашу жизнь, скайп. Мы таких слов еще некоторое время назад не могли произносить, а сегодня это повседневная работа. Информацию, которую сегодня там как можно разместить или купить билет на самолет, в театр, сходить с детьми в кино, забронировать гостиницу, причем в любой точке мира, забронировать все такси в любой точке мира. Сегодня, друзья, это уже не вызывает ни у кого никаких вопросов, и это только вопрос времени, когда этим будет пользоваться 100%. А с учетом, что сегодня выпускается почти там 250 миллионов смартфонов в год, значит, соответственно, вот такое количество людей подключаются к, соответственно, пользователя такой активной именно фазе использования информации. То, что мы сегодня делаем, запускаем, это информационный век спускается, сменяется веком действительно скоростей перемещения. И не просто скоростей перемещения, а именно комфорта перемещения. И так же, как мы стали получать возможность получить информацию, не вставая с своего рабочего места, точно так же
В ближайшее время развития интернета мы получим возможность перемещаться из любой точки в любую точку, соответственно, с помощью вот именно системы Transnet. И всегда, заканчивая такую тему, я всегда говорю, друзья, если вы понимаете и осознаете, насколько радикально изменилась жизнь за последние 20 лет, вот вы должны сейчас принять и признать мысль, что в ближайшие 10-15 лет жизнь изменится еще более радикально. И если вы собираетесь эти 15 лет еще жить, и вам отведено это время, значит, вы все это увидите, вы всеми этим пользуетесь. А мы отстроили юридическую, финансовую, организационную систему, когда можно выступить и сформировать инвестиционные пакеты на любую сумму. Сюда заложены очень серьезные венчурные премии именно за тот риск для тех людей, которые на начальной стадии входили и входят сейчас в проект. Естественно, это проект сегодня высокорисковый, это высокотехнологичный, это острие научно-технического прогресса, и, соответственно, сегодня давать 100% гарантию, что мы все, что сегодня мы декларируем или сделаем, получится, это, естественно, не может сказать никто. Но тот, кто с нами уже не один год, вы видели декларацию о том, что мы делали, что мы стараемся. Это всегда большая ответственность, когда мы говорили, что мы будем делать. Потому что всегда проще, друзья, сначала сделать, потом показать и под восторженные крики специалистов получать свои дивиденды. Мы, друзья, лишены такого права. Мы работаем с краудинвестингом, где мы отчитываемся перед людьми, перед партнерами, которые приходят. Поэтому мы показываем, что мы делаем, а зачастую даже намного больше, чем надо было для сокрытия интеллектуальной собственности. Но это тоже, друзья, на сегодняшний момент оправданный риск. Мы сегодня показываем, что мы будем делать и что мы будем через месяц, через два, через три. Еще раз повторюсь, друзья, это огромная ответственность, которая лежит на Юницком, как на инженере, на всем коллективе, кто организует директоров, которые работают в этом процессе, на всех партнерах, которые, на плечах которых сегодня лежит финансирование. Это, друзья, большая ответственность. Но тот, кто за нами следит, тот, кто видит, что мы делаем, друзья, нам есть что показать и сказать, что за 2,5 года, которые прошли с запуска именно нового этапа, краудинвестингового этапа, сделано и подготовлено все для того, чтобы перейти в новый этап. И здесь, друзья, как раз, чтобы вы понимали, мы должны пройти 3 этапа, ключевых этапа, которые сегодня не те этапы, которые расписаны в инвестиционном меморандуме. Это, друзья, для инвесторов, которые сравнивают и смотрят за тем, что инвестируется и какие результаты сегодня есть. А именно этапы понимания. Так вот, друзья, когда сталкиваются и все смотрят в проект, то первое, что все говорят, не может быть. Соответственно, второй этап, к которому мы сегодня подошли, вся доказательная база, которая есть, это в том, что а если это правда? И следующий этап, друзья, который произойдет, я уверен, в этом году, когда из этого «а если это правда» исчезнет слово «если». Мы его очень не любим, но, к сожалению, на сегодня без него не обойтись. Поэтому сегодня мы при доказательной базе показываем, друзья, представьте, что это правда, и тогда очень многие вещи, которые мы говорим, сегодня становятся понятны. Сейчас, по мере того, как идет строительство, испытания, продувки в аэродинамических трубах, испытания узлов и агрегатов, слово «если» все сокращается, сокращается и сокращается, и наступит момент, когда это будет просто правдой. И, друзья, для нас это будет очень хорошее вознаграждение за то, кто поверил в проект, вошел в проект, нашел в себе силы самому участвовать как инвестору, привлекать новых людей. И, соответственно, друзья, в этом и заключается наша работа. Ну вот, друзья, на этом я делаю небольшой перерыв, это традиционно. В нем мы обычно показываем последние репортажи и с Мариной Горки, либо с конструкторского бюро. А буквально через 5-10 минут мы с вами продолжим эту работу. У нас есть сегодня очень интересные темы, которые бы я хотел вам показать. Алексей Суходоев, как всегда, покажет свой взгляд на очень многие вопросы. Поэтому мы еще продолжим работу. И я думаю, что это будет очень плодотворный вечер на благо нашего общего дела Skyway. Так, друзья, небольшой, что дальше он продолжать участие в проекте не будет и на какое-то время от нас уйдет, потому что, почему я говорю на какое-то время, потому что через буквально 5 лет все будут знать и все будут пользоваться Skyway, так же как сегодня мобильной связью и мобильным интернетом. Так что, друзья, после небольшого перерыва мы с вами продолжим. Давайте до следующей работы.